25 сентября у деревни Большое Гришкино под Тверью состоялся областной этап Всероссийского дня бега «Кросс-нации-2021». Несмотря на пасмурную погоду, на старт вышли представители практически всех городов и районов Верхневолжья. Состоялось 11 забегов и определились обладатели 14 комплектов наград. Участие в легкоатлетическом празднике приняли более 1500 человек. Забеги проводились среди участников разных возрастов из муниципальных образований Тверской области. Одной из них стала Соня Оренбурова. Девочка учится в 3-м классе. И это было ее не первое участие в кроссе нации. В том году очень хорошо поучаствовала, заняла 2-е место. И сейчас я хочу занять 1-е место. Я готовилась, разминалась, тренировалась. И я так думаю, что я бы выиграю. Забеги проходили на 1, 3 и 6 километров, в том числе для спортивных семей и корпоративная эстафета. Кстати, пасмурная погода и небольшой дождь никак не мешают бегунам. Погода, ну, именно такая вот легкоатлетическая. Легкая атлетика без дождя не бывает, поэтому я думаю, что заряд бодрости все получат. Семья Масловских из Твери регулярно занимается спортом, и они всегда участвуют в кроссе нации. Родители с раннего детства приучают детей к спорту. Алеша бежит первый раз кросс нации, мы уже бегали раньше с Катей. Быть спортивным всегда в форме, это всегда хорошо, всегда мотивация к чему-то. Ну, вообще, это быть спортивным, это хорошо. Мы хотим быть здоровыми, сильными, веселыми, радостными, а спорт – это одно из доступных средств, которым очень легко каждый может присоединиться и получать радость, и наслаждаться жизнью. В этот день победили все, кто вышел на старт кросса нации и покорил свою дистанцию по пересеченной трассе. Лучшим из лучших были еще вручены награды и ценные подарки. К слову, залог хорошего здоровья – это не только постоянные занятия спортом, но и здоровый сон. В компании «Натура Вера» создают полноценные комплекты для спальни с нуля – от производства сырья до передачи покупателю. Это очень сильно сказывается на цене матрасов. Все матрасы, которые представлены у нас, у наших конкурентов, могут стоить на порядок дороже. В магазине каждый сможет найти себе матрас по вкусу и под свои анатомические особенности. Здесь имеются матрасы с подушками мемори, с латексным наполнением внутри. Каждый товар подбирается индивидуально под особенности человека. Количество пружин на каждое спальное место должны быть разные. И, в принципе, наполнение – это может быть как кокос, так и латекс. Каждому человеку будет по-разному ощущаться. На каждом матрасе вы можете спокойно прилечь, попробовать. И также на каждой подушке все приветствуется. Наоборот, так будет лучше, если вы приляжете и попробуете. Компания «Натура Вера» дарит подарок всем телезрителям. 3000 баллов на любые покупки. Для этого необходимо прийти в магазин, который расположен в ТЦ «Рубин-2», 2-й этаж, и назвать кодовое слово «Кросс-нации».